А в Пакистане свыше 100 боевиков ликвидированы в ходе спецопераций, проведенных в стране на следующий день после кровавого теракта у Мавзолея. По данным местных властей, 18 террористов найдены и уничтожены в южной провинции Синд, 13 на северо-западе страны. Другие подробности спецоперации пока неизвестны. Напомню, жертвами нападения смертника на храм в Пакистане стали по меньшей мере 80 человек. Еще более 150 получили ранения. Инцидент, напомню, произошел во время вечерней молитвы. Ответственность за взрыв взяла на себя ТИГИЛ. В связи с произошедшим власти провинции Синд объявили трехдневный траур по всей стране, усиленный мерой безопасности.